Смотри, брат, так всех девчонок поразберут, и останешься ты холостяком век вековать в общежитии. Евгений Николаевич Лазарев. Советский, российский и американский актер театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссер и педагог. Снимался в фильмах «Василий Суриков», «Длинный день», «Тишина», «Отцы и деды», «Мелочи жизни», «Бегущий по льду», «Турецкий гамбит» и многих других. Ну и что хорошего? Ну так вот, что хорошего? Ерунда все это! Давай выпьем за встречу! Нет. У меня вообще в последнее время сужается круг лиц, к которым я отношусь с уважением безоговорочно. Преподавал в ряде университетов и театральных школ США. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Ты устал. Вот и придумываешь. Вот если бы ты раз в жизни пришел домой, там тебя ждал чужой человек, тебя не понимающий.